Hello, дружачки, с вами Севпро, и сегодня покажу вам, как сделать и настроить карту в Майнкрафте PlayStation. Ну что ж, для этого вам, во-первых, понадобится обычная чистая карта, которую вы берете в руки и просто-напросто сжимаете в воздухе, после чего уже сделанная карта появится у вас в инвентаре, вы ее тоже берете в руки, и, как видите, ваш мир прорисовывается. Но, к сожалению, вы можете заметить, что на карте у вас нет курсора, то есть нет вас. Но вот как видите, как я не кручу, курсора нету. Ну что ж, для этого, во-первых, понадобится компас и обычная наковальня. Вы заходите на наковальню, ложите сюда карту, а сюда ложите компас, после чего вы можете сделать новую карту, в которой уже будете вы и будет ваш курсор. Да, как видите, появился белый курсор, который следует именно за вашими движениями. Это довольно прикольно и забавно. Но вот давайте я вам покажу обычную карту. Как видите, она отличается всего лишь курсором, но это довольно полезная функция. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.